А что это дедушка в колготках? А, ну, потому что раньше так носили. Ну, в смысле, когда дедушка был еще молодой и накачанный. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Египетская сила! Ой. Это мои слова. Марш! Ну, что, я смотрю, неплохо твой пошел. Это твой пошел, мой побежал. Ну, давай, давай. Давай, все, вот и... Здорово, мам. Мы можем поменяться местами. Будете приезжать ко мне несколько месяцев и строить баню. Тем более, что место скоро освободится. Ого! Ну, нет! Цыц, всем молчать. Что такое? Это что такое? Это что такое? Победитель! Что случилось? Значит так, сейчас пули мчитесь себе в комнату, одевайтесь, мы едем на дачу. Будете сарай разбирать. Ну, пап, там не честно. Цыц! Никаких ну, пап. Я хочу тебе предложить участвовать в районных соревнованиях по бегу. Это что, опять бегать? Да, у тебя же хорошо получается. Не, мне нравится бегать. Послушай, куда мы каждые выходные летом приезжаем на машине всей семьей? Мы что, на даче? Когда мы домой поедем? Слушай, Киря. Я Филипп. Очень любит Филиппа Киркорова. Поклонник. Пап, можем пока вы здесь решаете, что делать? Мы пойдем с Кирей поиграем. Будьте сейчас нам с дядей Леней помогать. Будем играть в одну очень интересную игру под названием «Разгрести сарай». Это моя форма! Нет, не, я первый побежал! А я первый побежал! А второй откуда? Бабуля сказала, что если мы будем хулиганить, то родители отправят нас в кадетское училище. Ага, а мы не хотим вставать в 6 утра и чистить картошку. Чего? Что-что, но в поедании на скорость... Воронины всегда были чемпионы. У тебя золото, у тебя серебро. Это что, настоящая ракета? Да, это настоящая ракета. Нет! Настоящие ракеты у вас в приставках, а это у нас дядя Леня так, самодельная игрушка. Ну, главное, надо же, как на моего сына похож. Кто из вас сегодня бегал на перегонки с моим сыном? Я. Пап, смотри, какой лоб. Ого, пап, смотри, какой улов. Че, сами поймали? Не, преподаватель помог. Филя, Киря, здесь заканчивайте. Дедушка для вас новую раскраску нашел. Галина Ивановна, да. Я все сделал. Я тоже. Молодцы, мальчики. Теперь у вас свободное время, можете отдыхать. Пойдем играть в руди. Самые лучшие выходные. Самый лучший папа. А давайте что-нибудь еще вот взорвем. Не надо. На сегодня взрывов достаточно. А что вы замерли, как Леня перед весами? Руки. Египетская сила. Мы блесну забрасывали. Забросили в камыши. А преподаватель сказал, что у нас руки кривые. И заставил из воды доставать. Если бы я знал, что вас так за деньги будут учить, пошли бы рыбачить и с дедушкой. Давай лучше в шахматы. Хорошо, Филипп. Только я играю белым. Извини, Филипп, но сейчас моя очередь. Я этот кошелек из 1000 узнаю. Папку обчистили. Филя, Киря! Вы что, с ума сошли, что ли? Отдавай Василису прекрасную! Хрен тебе, а не Василиса! А мне нравится такое прочтение классики. Дед, ну ты же пап берешь. Я беру, потому что я в него вложил. Это не считается. Понятно? Я тут подумал, что вряд ли вы победите, и я вам купила шоколадные медальки. О, ну ты их лучше сразу вон Косте отдай, а то он свои награды все с чаем съел. Эй, слышь ты, эрудит. Чё? Сам-то эрудит. Это ты виноват. Из-за тебя в эту краску вляпались. Не надо было у папы деньги воровать. Я же не знал, что дедушка нас палит. А почему мы еще и соседу забор красим? Ты чем слушал? Сосед за это дедушке деньги на удочку дал. Деда, а ты совершал подвиги?
Конечно. Я 40 лет прожил с вашей бабушкой. Знаете, как завещал Ленин? Учиться, учиться и еще раз учиться. Ага, у него же интернета не было. Точнее. Мастера! Мало того, что краску потратили с забор, испортили, так еще и не похоже. Что вот эти охламоны будут все перекрашивать. А че это мы? Ну, давайте, че? Говорите, говорите. Просто один дурак из класса сказал, что ты наврал про свои рекорды, а мы сцепились с ним. Ну, и правильно. С врунами так и надо. Ой, мои хорошие, пришли мальчики. Так, ну как у вас дела в школе? Зашибись, математичка заболела. Дед, тебе не обязательно ставить рекорд. Мы и так тобой гордимся. Да. Да мы бы еще позанимались. Ага, если бы дядя Леня нам не решил показать, как он подтягивается. Ой, да ладно, этот турник до меня еще шатался. Лови гранату! Вперед! Папаша! Так, что тут происходит? Почему вы не делаете уроки? А нам ничего не задали. У меня сила богатырская, а у нас египетская. Тише, тише.